Всем привет! Вы находитесь на канале Cold Gameplay, с вами Саня, и сегодня мы начнем играть Redemption. Вторая часть вышла на ПК недавно, и вот мы, в общем-то, ее уже как бы начинаем. Ну, все знаете, игра про ковбоев, там, Дикий Запад, все дела. Посмотрим. Я так предполагаю, что это как GTA, только в виде вестерна. Я там немножко начал, пролог, так сказать, пропустил. Не знаю, у вас сейчас посмотрим, откуда игра начнет свое повествование. Там сохранился, был ли там автосейв или нет. Вот. Ну, там буквально 2 минуты или 3 ролика, так что не критично. Красивые пейзажи тут, стилизованные под черно-белые фото. Загрузочка в виде барабана пистолета. Револьвера. А, нет, тут с самого начала. Да, там автосейва не было, поэтому... Собственно, все с самого начала. Я не знаю, можно ли это пропустить. Здесь, в принципе, ничего такого. Сейчас я вот чуть-чуть пропущу, чтобы не тратить вот это время. Вот это вот гораздо интереснее. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest, while he, you know, an old man. Короче, ребятки куда-то едут. Судя по всему, переселяются. Такая у них экспедиция. И они, видимо, нашли какое-то место для привала. Классные погодные эффекты, выглядят реально красиво. Один колтер. Так, не знаю. Можно это чуть-чуть пропустить? А, ну это нас отправили, да. Я там смотрел этот ролик до конца. В общем, типа нас отправили что-то там найти, то ли еду, то ли чё. И вот мы сейчас с мужичком ночь поскачем. Ну, могу вам сказать, что выглядит обалденно. Освещение класс. Снежок прям, смотрите как. Ну, видно, что постарались. Ага, ну с шифтом, как обычно, значит, скакать быстрее. Контрол, чтобы тормозить. Ага, понял. Ручник на контрол. Обычно пробел. Красиво, красиво вообще. Прям очень эффектно смотрится. Зима такая прям натуральная. Как будто я сейчас за окно выглянул. Is that someone coming towards us? Так, что-то тут или снег глубокий, или лошади устали. А, ролик, ролик. You up ahead. Who's there? Кто-то там впереди. Майка. Мика. Gentlemen,
Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Праздник какой-то. Тут жопа такая на улице, а там праздник. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them cowboys. Палево такое, он там стоял, следы обрываются. Was. Yeah. And Mac, Sean, we don't know. Quite a business. Прикольно, атмосферно. Куда-то в горы скачем. Блин, ну разработчики GTA стрёмно делать не умеют. Поэтому они молодцы. После этой игры я даже не представляю, что там в GTA 6 вообще будет. Если здесь такие эффекты и все такое, то... Так, нажмите. Что там? Контрол, контрол. Что-то лошадь у меня тут бесилась очень. А, просто... красивая, белая в черных пятнах. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Только хотел сказать, где там дом? В низине. Okay. Let's head down there. Ну, снег, конечно, обалденный, обалденный. Не перестаю смотреть на него. Реально красиво. Прям аж хочется следы нарезать, как будто на машине. Здоровье отображается в нижнем левом углу. Вижу сердечко, да. Внешняя шкала показывает остаток вашего здоровья. Статус средней шкалы показывает на скорость восстановления здоровья. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Someone's having fun in there. Да, ребятам, конечно, ковбоям в таких шапках вот зимой только уши отмораживают. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Блин, а чё меня? Я думал, я главный. Arthur, take cover in that shed over there. Arthur, get in position. Come on. Идите в хлев. А, в хлев. Типа сюда? I said get out of sight. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Hello? Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Uh-huh. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some. There's a body cans of food in the wagon. Or something. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, buddy.
Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am. Over there! Four of them! It's an end! Фак, один убегает. Так, ну, пока прикольно. Давай, давай, заглянем. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials: food, medicine, whiskey. Колбасу какую-то, мяско. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Б. Открыть сумку. Так. Съешьте что-нибудь. О, консерву захавали. Place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Сам залазит, да? Даже нажимать ничего не надо. Чувак сам залазит. Так, подбираем. Он так лихо подбирает, думаю, тут можно, по-моему, тащить вообще все, что только можно. Зато удобно, слушай, не надо вот это переключение. А здесь что? Осмотреть сундук. О. Забирай бабки. 65 центов. Забирай, забирай, все забирай. Что там? И осмотреть карточку. Перевернуть. Убрать F. Так, ладно. А, что здесь? Смотреть фотографии. Poor bastard was married too. Ладно, оставляй, погнали. Здесь, короче, ничего больше интересного, надо валить. Кстати, вы заметили, снег растаял у него на одежде. Майка, Артур, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Это что вообще? Это толкан, по-моему. А, амбар это там, блин. Левый альт. Ага. Mm-hmm.
Bloody Scarlet! I'm gonna break your neck! What's going on? Now this guy just jumped me! Thank you, little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here, and where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Так, ударить. Where's Colm, O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. No, I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. О, фак, я нажал придушить. Вообще я... Вообще я пощадить хотел его. Так, а, шапку. Ну как я без шапки на улице? У нас так не принято. Так, ладно. А. Блин, лошадь. Конокрады. Так. Is that bastard still in there? He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. Лошадь хорошая, оставь ее себе. Да, у меня и старая ничего была. Будем тюнинговать лошадь. Сейчас спойлер поставим. Ну, парни. It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. Все будет хорошо. We need to get out of here. Давайте, валим, валим, валим. Come on. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss. Короче, они убили мужа. You come with us. Yes. It's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Нормальное имя. Adler. Mrs. I... He... He was my husband. Все. Это эдакое вступление. Somebody's coming. Эй, негр, ты вообще рабом должен быть. Hey, everybody, Dutch is back. Америкосы, как обычно.
свою толерашку засунули. Хотя в то время негры были исключительно рабами. Ну да ладно. Мы все выбежали, бабулька там вон вышла. Ей бы дома сидеть там, носки вязать. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. Немного еды. И эту беднягу миссис Адлер. Миссис Адлер. Это у нас конкурс красоты, миссис Адлер. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. Все будет хорошо, женимся на тебе потом, давай. They turned her into a widow. Animals. Понятно. Животные. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Да ладно, ты 3 дня не спал, кого ты заливаешь? Пороже-то не видно. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Мне нравится. Игра выглядит очень такой живой. Все вот так как-то в динамике. Нет статичных разговоров. Все куда-то движутся, куда-то идут, что-то делают. Тут отведи того, пошел туда, поехал здесь. Как-то вот, ну классно, классно. Прям ну, вживую ощущается настоящий такой разговор, диалог. Да, не как вот просто встал такой, ой, давайте поговорим. Это классно. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. Роликов тут, наверное, не меньше, чем у Кодзимы, я так. Hello, Arthur. Артур, это наш главный герой. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I'm sorry to ask, but. It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, короче, у нее тут вообще что-то as dull as rusted iron. Пропал что-то, наверное, муж because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier, yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? Javier? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. Давай, соглашайся уже. Ну, песни взял, нормально. Он пошел за мной. Конечно, мужики всегда так делают. Thank you. Ой, опять на мороз в твоей шапке же кожа. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. В общем, они поехали на поиск. Это, видимо, наш первый квестик такой. Помимо начала сюжеточки. Вот долгие вот эти вот показы, конечно. Как бы красиво. Но так играть охота, как бы. Не смотреть. Это палик не замерз. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. Давайте уже играть, мужики. Ну. That way. Sure, well, come on then. Уа, наконец-то играть можно. There's some tracks leading to the river. Уже столько времени потратили на фигни на всякую. А тут что вообще сохранен-то? Кто не знает вообще, как тут что вообще сохраняться-то можно? Так, прогресс, сюжет. Так, типа карта. Угу. Ну, карта-то, слушайте, ребят, карта большая. Это мне нравится. Большая карта, это я прям обожаю такое. Сюжет 0. Ну да, только начали. Так, ну, наверное, на этом пока мы... А, ты что там упёрся? На этом пока, я думаю, мы остановимся. Это был такой пробный наш забег. Вот. Но в следующий раз мы обязательно продолжим, так что никуда не уходите, подписывайтесь на мой канал. И в следующий раз мы продолжим, надеюсь, с этого места. Всем пока!